26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла катастрофа. Взорвался энергоблок. В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тысяч человек. Среди них и жители Алтайского края. Около 2,5 тысяч. Сегодня те, кто пережил эту аварию, принимал участие в ее устранении, собрались в Барнаульской Свято-Никольской церкви, где провели панихиду по погибшим. Я был в составе УС-605, это организация, которая непосредственно строила саркофаг над четвертым энергоблоком. Куча заболеваний всяких разных. У каждого организм реагирует по-своему. Начинают болеть ноги, руки, и пошло. Ликвидаторы работали в опасной зоне посменно. Те, кто набирал максимально допустимую дозу радиации, уезжали, а на их место приезжали другие. На здоровье это, конечно же, отразилось, поэтому сегодня чернобыльцы получают льготные лекарства, имеют право на улучшение своих жилищных условий и на другие льготы. Забота о героях на первом месте. Елена Заздравных, Сергей Балуев, новости.